Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Stig War Legacy. Так, у нас что, две новые миссии, что ли? Я видел, в комментариях написали: Рэй, зайди, там появились новые миссии. Ну да, почему-то только две. Ладно, 173-я, поехали, попробуем пройти. Так, 8 очков, ничего себе. Раз. К скорости добычи. Так, ну что, великашу улучшим полностью, наверное, да? И Капьетона. Готов, наверное, я готов. Уничтожить статую. Так, хорошо, нам нужно что? Нам нужно сломать с тобой оборону, во-первых, чтобы добраться до золота. Так, у него там капитон, смотрю, есть. А у меня капитонов нет, у меня чисто такие ребятушки. Допустим. Так, стоим. Стоим в ожидании. Так, я, наверное, сделаю... А, что? Воу. Воу-воу-воу. Он на меня сигануть, что ли, решил? Ты что, парень, совсем опух? Ты посмотри, что творит. Ладно. Блин, мне бы срочно бы великана бы сделать. Так, заказываем. Да, видимо, придется нам то ли отступить. Он побежит на нас или нет? Побежит. Ты представляешь? Ну-ка давай, ребятушки мои. Чё, куда побежали-то? Трещёныши мелкие. Сразу испугались. Так, возьмем с тобой, сделаем так. Еще двух добытчиков, хотя... Лучничков он там делает. Он себе делает лучников. У нас два здесь и два здесь. А получается, что нам нужно еще двоих сделать, чтобы... Все рудники были забиты. То есть вот этот еще надо рудник забить, и все будет окей. Так, он начал строчить лукарей, я посмотрю. В принципе, я тоже, наверное, не против лукарей, но нужен мне все-таки великаш один. Еще один. И я сейчас его закажу. Вот что я хочу сказать. Пускай у нас будет два великана. А уже после великана... Так, он стал делать капитонов. Он стал делать капитонов. Окей, ладно. Раз он стал делать капитонов, значит, нам лучники как бы невыгодны сейчас в данный момент. Но мы можем тогда тоже делать капитонов. Ты посмотри, а. Ты посмотри, что творит. Я капитонов чуть-чуть прокачал, совсем маленько. Тут какая-то, что ли, зима. Ты посмотри, сколько замороженных стигманов там вдалеке. Ладно, давай сделаем свою армию капитонов тогда, чушь. Да и лучники на самом деле тоже нужны, чтобы прикрывали. Без них, ну, не будет у нас ничего хорошего. А лучников нужно как минимум 2 отряда, 4, 8. 8 желательно бы. Да и капитонов надо бы делать тоже рядок. Что уж там, греха таить, да? Пока стоит, не дергается.
Сколько у меня? Раз, два, не вижу, сколько капитонов. По-моему, три, да? Раз, два, три. Три капитона. Наверное, все-таки еще сделаю одного. Ну, а остальное все пойдет уже на лучника. Опа, он еще и мага позвал. А он и мага призвал. Вот оно что. Значит, подсуетился, да? Тут тогда нам в любом случае понадобятся лучники, чтобы контрить его магов на дистанции. Даже не то, что магов, а приспешники там еще, видишь, эти есть. Как бы они нам тоже тут не нужны. Так, лучников. Сейчас будет, кстати, два отряда. По 4, 8 лучников мы сделаем. И уже после этого я, наверное, сигану все-таки на них. Хотя нет, мы добьем полностью с тобой 50 из 50, чтобы у нас было. Я думаю, может быть, еще великаш одного заказать, а? Три великана вообще было бы топово. Давай, наверное, так и сделаем. Закажем с тобой великана одного. Сколько у нас? 1150, 1150, 1270. Они... Ох, ё, у них уже два мага. Ты понял? Ну, с магами, в принципе, очень легко справиться кто? Лучники. Опять же, единственное, что капитоны будут на передовой. Ну что, последнего лучника заказываем и вперед. Все, ребят, 50 из 50. Фулл армия, как говорится. Ну, у нас большущий перевес, но не забывай, что он делает подкрепление, вызывает. Ну что, вперед из песней? Погнали. Ага. Давай-давай, в первую очередь добытчиков. Побежали, 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 побежали. Бегите, бегите. Наше сейчас дело главное — подбить как можно больше здоровья и статы, и тогда выйдет, естественно, вражеское подкрепление, с которым нам надо будет разобраться. А вот и оно. А вот и оно. И сейчас будет веселуха. Посмотри, что происходит. Да-да-да-да-да-да-да. Тут просто тотальное уничтожение. Ты посмотри, у них вообще шансов нету. Великаны просто бомбят их. Ну, а лучники мои потихоньку-потихоньку статую-то и уничтожат, да? Есть. Еще бы не Виктори. О, ребят, неужели сундук получили? Круто. Так, друзья, а где сундук-то? Сундучок-то где? Скажи-ка мне на милость, где его взять-то можно? По-моему, тут, если я не ошибаюсь. Да? И что же мне здесь выпадет? Открыть сундук. А вот это что такое? А что это такое мы получили? Оболочку, что ли, для лучника? Так у нас же вроде бы как была. Так, лучник. Да вот была у нас такая оболочка, что они мне дают-то? 1500. Блин, вот на этих бы дали бы нам какое-нибудь, да, отражение урона, дополнительное здоровье. И эти у нас. А, нет, эти у нас вообще самые топовые по оружию именно. А тут сам видишь, все прекрасно. Ну что, у нас еще один поединок, как ты понимаешь, есть. Давай попробуем его пройти. Че там? 10 000 единиц что-то дает. Так, ши... Опа, великана нету, ладно.
Капьетоны, значит, да? Ну, я, наверное, готов. А что за условия? Уничтожить статую врага. Зашибись, у меня только эти чудики идут, а у него уже... А, мы же можем с тобой... Понял. Сколько у него? Раз, два, три. Лучники тут подбежали. Слушай, а он проиграет мне, у него цветочная армия. Чего? Ты не припухли там, парнишка? Слушай, мы же должны быть, по идее, как бы сильнее. Слушай, а что это у него тут? Ребята, вам не кажется, что... Что их как бы здесь больше, чем моих? Нет? Смотри. Да ну, что-то тут вообще как-то не... Нереально. Так, он побежал. Они побежали. Прикинь, щеглы. Ну, сейчас мы вас тут вздрючим. Так, назад. Буржуи несчастные, тут смотри. Так, добычки у меня добывают? Добывают, отлично. Сейчас мы с ними тут... Они... А, нет, я же думал, они опять поперли. У нас с тобой есть хил, у нас есть зомби. Но это я не буду тратить, ребята, здесь. Я думаю, этого не стоит пока делать. Единственное, что я вижу, что нужно двух добытчиков нам, раз-два. Потому что здесь только один добывает, и здесь один. А, и тут, по-моему... А, нет, тут вдвоем. Ну, что у них тут? Большую часть армии я у него разбил, конечно. Ты куда пошел-то? Пацан! Пацан, тебе же сейчас... Ай, тебе сейчас задница будет. Отчаянный, конечно, мужик. Просто отчаянный. Ну что, давай еще, наверное, лукарей. Я не знаю, нужны... Мечники, наверное, нам не нужны. Хотя они как бы мобильные, очень быстрые. Особенно тот удар в прыжке. Он, смотри, опять армию лучников заказывает себе. Опять армию лучников он себе заказывает. Может, побежать на них, а? Напасть? Что скажешь? Давай попробуем. Попробуем их здесь пока. Давай, давай, сматывайтесь, сматывайтесь. А мы пока вашу статую тут побомбим. Эти, главное, прикрываются, а эти нифига не прикрываются. Зашибись. Оу. Друзья, это, по-моему, перебор уже какой-то. Так, мы, наверное, так проиграем, скорее всего, ребят. Нет, наверное, не проиграем. Блин, отступить, не отступить. Блин, горелый, ты посмотри. Все, 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 начали валить великана, лучники мои. Есть. А вот сейчас-то им будет не сладко. Ох, не сладко. Да, победа. Ну что, неплохо, неплохо. Слушай, дай-ка я вот эту вот миссию попробую на невозможном пройти. На невозможном.
Так, что я тут хотел? Вот так вот сделать. Поехали, попробуем. Поехали, попробуем. Так, они будут, пускай бомбят здесь. Кто у них там, я же забыл. Мечники, всякая ерунда, да? То есть нам надо... Нам нужен великан. Нам однозначно нужен великан. Стоим пока здесь. Раз, два. Раз, два. Блин, нам бы и лучников бы не помешало бы, если честно. Так, ну что, будем убегать, наверное, да? К себе на базу? Вот они бегут. Выходим, 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 выходим. Ты посмотри, что творят там, а? Они меня сейчас всех моих добытчиков так поуничтожают. Чего? Друзья мои, наши дела-то плохи. Как? Объясни мне. И знаешь, что я тут понял? Я понял свою ошибку. Мне не надо было здесь прокачивать тогда великана. Мне надо было прокачивать, скорее всего, капитонов. Да-да, именно капитонов, ребят. Попробуем так сделать. Вот тебе и так. Посмотрим, что у нас из этого получится. И нужны ли нам лучники? Или, если мы сейчас не пройдем, я сейчас по-другому тогда сыграю, ребят. Сейчас, подожди секунду. Я все равно этот уровень, наверное, пройду. Смогу пройти. Должен пройти. Там еще у него лучники подтянутся же потом. Попозже немножко. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Какая стычка будет, как все это схлестнется. Вот обесен, откуда там лучники, а? У него взялись. Ты смотри, он как бы... Молодцы, они до последнего стоят. Такой пробивает, смотри, щит. На... Побежали. Так, уходим, уходим, уходим. Видишь, что творит? Ну и чего? Attack.
Если мы вот этих вот лучников успеем с тобой бомбануть, ох, ему не сладко будет. Правда, один копейщик. Что, у меня там ни одного шли... Нет, есть добытчик. Смотри, что творит. Ах ты, жук-то навозный, а. Не получается, ребят, не получается. Ладно, ладно. Заново, да? Короче, смотри. Блин, да не, мне не так надо заново-то, блин. Так, поехали. Значит, что я хотел? Я хотел вот здесь вот сделать раз. И капитонов. Вот так. Давай-ка попробуем вот такой вот армией. Что они на это скажут? Вот что мне интересно знать. Посмотрим, как их не армия. У них по 12, да, урона, а у нас по 42. Есть разница? Так, переждем пока. Так, они побежали на меня. Ну что, в атаку, друзья мои, в атаку. Посмотрим. О, да мы их тут просто на винегре отпускаем. Смотри. Просто на винегре их пустили. Так. Окей. Будут знать паршивцы. Так, они опять бегут, а мы опять на атаку на них. Ну, нормально. Ты, видите ли, пришел тут хлыщ, начал выпендриваться мне. Пускай только сунется. Сейчас мы наплодим с тобой армию и... Я их буду здесь шугать. Я им не дам здесь спокойно, нормально стоять возле моих, извини меня. Ну, не моих, конечно, владений. Просто тотально уничтожили. Фига он там меткий. Джо, блин. Ну что, наверное, будем вызывать великана теперь, да? Я думаю, спокойненько мы с тобой на него осилим. Он уже двух мечников успел выковать. Или капитонов. Не, великан нам нужен. Нам нужен великан. Желательно бы, конечно, два великана. Это было бы вообще топчик. Великаны, правда, не прокачанные. Куда вы пошли-то? Опять ты побежал, а? Смотри, он на их территории стоит. Вдвоем пришли и добывает. Вот и все, так вот нормально, ребят. Порубашили мы их сейчас. Эх, великан, великан, ты не прокачанный. Ты куда вы пошли-то, эй? Опять. Ну, хотя они могут здесь себе позволить, пока здесь никого нету. Тырим золото на вражеской территории. Угу, мечник уже прибыл. И стоит, не дергается. Так, ну что, еще великана, наверное, одного заказываем. И я думаю, что можно на них идти в бой.
Как ты считаешь? Да, я думаю, что можно будет. Так, еще лучничков чуть-чуть возьмем. Буквально кропально, да? Ну что, все, я думаю, можно, в принципе, идти в атаку. Так, да кто там? Лучник вшивый. Подбил, а? Бегите, бегите. Да, великаны непрокачанные, конечно, это. Зато смотри, как они башню, ребят, сносят. Слушай, я надеюсь, мы не сфейлимся здесь. Да не, не должны. Есть. В хлам, просто в хлам, ребята. Вот это, я понимаю, сыграли, да? Окей, давай попробуем здесь. Ну, тут, наверное, ребята, будет супер сложно. Значит так, здесь капитонов нужно прокачивать, по-моему, по максималке. Так, я уже забыл, здесь кто у нас? Или все-таки мечников, опять же? Но мечники — это сила, согласись. С мечниками не поспоришь. Кто у него там в армии-то? Ух, дофига кого у него там. Он меня тогда лучниками, да, по-моему, запинал? Да, он меня лучниками запинал тогда. Ох, ничего себе армия, давай попробуем. Я просто хочу глянуть, что из этого вообще может получиться. Смотри, смотри, как хвосты поджали, а? Трусы несчастные. Слушай, ну в принципе, если так подумать хорошечно, мы можем здесь против... О, армия какая-то, смотри. Мы можем здесь противостоять им. Но у него, по-моему, армия тоже подросла, тебе не кажется так? Слушай, ну у меня уже максимальный предел. 50 из 50, то есть я могу спокойненько на них нападать, чтобы хотя бы освободить место. Попробуем. Не спорю, сейчас ноги полягут. Благо они такие дешевые. Дешево мне обходится, ребят. Блин, ну стреляют они, конечно, там. Давай, 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 давай. Слушай, сейчас вообще было клево сделано. Сейчас так прижучили. Так, ну ты не забывай, что, по-моему, здесь же будет великан у них, да? У них же здесь великан будет, и нам надо будет что сделать? Клепать лучников. Клепать лучников. А лучники, блин, не прокачаны, получается, у нас, да? Пойдем-ка наведаемся к ним в гости еще разок. Давай, 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 давай. Просто, просто. Как этих? Бейте в базу ему. Так, отступаем. Он вызвал подкреп... Да, ребята, вот оно.
Вот оно, его подкрепление. Чудесное, так скажем, расчудесное. Он пойдет на меня сейчас или нет? Ха-ха-ха. Ты понимаешь, дело в том, что мы великана будем бомбить. Он будет наших вот этих вот бойцов просто на изи разбирать. Вот в чем беда вся. То есть лучники у нас не прокачанные. Нет, надо идти на него. Капитонов уже там начинает плодить. Сейчас посмотрим, что у нас из этого получится. Насколько быстро мы вообще сможем здесь нанести ему ущерб. Лучников мы вообще разорвали на изи. Смотри, смотри, что происходит. Слушай, ну мечники это вообще имба какая-то. Просто взяли и разорвали, прикинь. Всех. Ну что, друзья мои, на этой ноте, пожалуй, я сегодня буду заканчивать эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!